с понедельника. Мой агент контролирует ситуацию в школе. Дальше действуем по плану. Не вижу причины его менять. Если расчеты верны, то нам до цели осталось 30 метров. Просто скотина. Это наша последняя возможность. Если с нами хоть что-то случится, они все погибнут. Похоже на какую-то инфекцию. Инфекции не может быть, у него абсолютный иммунитет. Здание школы и все, кто в ней находится, должны быть уничтожены. Закрытая школа. Развязка. В понедельник в 20:00 на ТВ Рус.